Фух. Очередная полторашечка сделана. Кайф максимальный. Вопрос к специалистам по плаванию. Почему у меня после 1000 начинает стучать вот здесь? Голова такая пульсирует. Вроде дышу правильно, все делаю правильно, но пульсирует голова. Специалисты, пловцы, триатлеты, триатлонисты, триатлоны. Пожалуйста, дайте ваши мысли на этот счет, почему стучит голова. Вес мой сегодня не поменялся ни на грамм. Вчера съел почти 2000 калорий. В общем, это говорит о том, что мне, чтобы худеть, надо точно есть меньше 2000. Вот вчера съел где-то около 2, и вот сегодня встал на весы, у меня вес такой же, как и был, ровный. Там, сколько у меня там? 86 800. Короче, ровно как вчера, один в один, ни на грамм не похудел, офигеть. А еще сегодня улетаю в один город, чуть позже скажу, в какой. Он для меня очень опасный, потому что я каждый раз там набираю килограмм в день. Поэтому в этот раз надо аккуратнее съездить.